Тиги. Не бойся, тебя не обидят, но я буду скучать. Привет, а Доти дома? Я в ванной. Я оставлю тебе Тиги и ее вещи. Поиграй с ней. Хорошо. Чуть не забыла. Не давай ей шоколад, ни кусочка. Запомни, это важно. Ты меня слышишь? Да, слышу. Шоколад, это важно. Как здорово, что ты с нами, Тиги. Давай поиграем, потом искупаем тебя в пенной ванне. Но сначала самое важное, как сказала Нала. Шоколад! Что не так? Ты должна это съесть. Ну все, хватит. Эй, что ты делаешь? Стой, иди сюда, быстро. Что ты делаешь? Прекрати. Иди сюда, Тиги, иди к Лале. Ой, а вот и я. О, нет, ты дала ей шоколад. Но ты же сказала мне, что это важно. Важно было не давать. Быстрее, варенье, только оно ее теперь успокоит. Ой. Не получилось. Она съела слишком много шоколада. Прости, я тогда тебя не расслышала. Она навсегда такой останется. Нет, она такой не останется. Смотрите. Тиги. Хотите шоколадного торта?